Че, конечно, хотелось бы второго лока. Я могу зайти. Ройл, ты тут? Не надо. Все, все здесь, под баффати рейд. Маги, сторожила, не прожимай копии, спуга. Расовые билки не прижимайте, спуга. Ждем все зеленого слизни только тогда. А я еще готов? Допиваю. Все, пей столик. Пей столик. Войд, начинай. Смотрим уже, не стойте в одной кучке. Сейчас туда вот кинется, вот эти две лужи отбежали. Мне повезло на меня. Так, встали в звездочку. Отошли в звезду. В одну точку встали в звездочку. Так, давай сакру. Отбежали. Встали в звездочку. Блядь, звезда слетела. Отбежали от зеленого. Встали опять в череп. Вот меня вот туда и откинуло. Так, переводим босса. Так, на мне красный дебаф, я бью красного. На ком зеленый дебаф, бейте зеленого слизня. Только сначала к столу отходим. Так, Fresh Blood, постарайся кинуть блайн защиты на следующую цель. На ком красный дебаф, РДД сбежались в зеленого. Альпич, давай, Гим, нет, пока не надо, не давай. Уже поздно сдал. Джубанга, давай гимн на отхил. Смена цели красного. Отбежали. Макгрегор, беги. Боб на него, молодцы. Опять проблема с зеленым. Добивайте зеленого. Отбежали от пельменей. Так, падаем еще раз. Как будто кто-то их не бьет. Что его это правильно пишет? Я вот только не понял, как там Ралли оказался под столом. Он, по идее, должен был бежать, догонять слизня. И он должен был в центр отлететь, а не к столу.
Не-не-не, не надо, чтобы все к столу отлетали, потому что вы когда отлетаете все к столу, он потом выбирает цель, и он не идет к ней, а сразу взрывается. Вы должны все отлетать в центр комнаты, подальше от него, чтобы он выбрал цель и опять бежал к нему. Олег, если ты бегаешь и что-то объясняешь, то тебя не слышно. А, понятно. Я говорил о том, что надо смотреть на столик, когда вас откидывает. Вас откинет в центр комнаты, а не к столу. Ралли тут? Все, дипи и стул. РДД, если вас откинет, сбегайтесь в кружок. Все, пей стул. Давай, Вейд, начинай. Служи, выходим. Ты сделал? Случайно. Считай, что мы лайпнулись уже. Пейте зеленого, стопайте по профу. РДД отошли в кружок. Кружок, встали в одну точку. Не кинул что-то. Давайте в кружок. Переводим босса. Так, давайте, зеленый к столу в кружок, красный идем к красному. Стойте лицом к столу. Все, видите. РДД с красным дебафом встали в кружок лицом. Блять, странно, что-то откинуло не так, как надо. Отбежали от зеленого. Бежали опять в череп. Поюгим на отхил, а Йоши давай Сакуру. Что? Это еще откуда? Блять, какая просто на удачу слили сейчас. Бежали от пельменей. Все, сейчас то же самое, как на первой фазе будет. Колбы. Отбежали. Следите за пельменями. Один пельмень — это смерть. Так, красный вышел, и появились пельмени, отбежали влево-вправо. Сейчас опять будет пельмень, смотрим. Пельмени отбежали влево-вправо. Сторожило, передай чему. Так, РДД, смотрите, сейчас появится зеленый слизень и пельмени. Мы бежим не вперед-назад, а влево-вправо. Все в зеленого и отбежали от пельменей. Все, встали в кружок. Играем в слизни. В кружок встали.
Сбежайте, сбегайтесь в череп, что-то не замедлил. Да это тип какой гимн на хп. Сбежали в череп. Сбежали от пельмени, от луж. Макси, подними Айоши. Хайли Селаси Бутербола. Поднимайте быстрее. Сейчас пельмени пойдут, смотрим. Пельмени, бейте красного. Бежали от пельменей. Три пельмени прям бегут. Поставь тотем васап. Моё гимн. Опять пельмени. Отбежали влево-вправо. Давайте следующая тактика, короче. РД мы вправо уходим от пельменей. Встали в кружок. Не влево, а вправо уходим. За кружком сейчас побежим. Побежали за кружком. Встали. Я вижу. Нету. Мизантроп, подымай. Айоши. Альпич, давай гимн отхил. Мизантроп, подними Айоши. Пельмени отбежали. Отбежали от пельмени, сейчас переходка будет. Вставай быстрее. Все, давайте. Зеленые к столу, красные бьем, уже красный РД. Сакра есть у тебя? Альпич, давай гимн на ману. Есть. Джубанга, давай тоже гимн на ману. Защитите Айоши. Айоши, передай чему сдохнешь. Давай вторую сакру для павших. Ой, рост для павших. Джубанга, давай гимн отхил. Гимн отхил. Джерион, давай гимн отхил. Сэдли, давай сакру. Бегайтесь в череп. Все, добивайте. Отошли от пельменей. Влево, вправо. Колбы смотрим. Лужи. Калисилась, передавай чему. Сэдли, забери босса. Сэдли, забери босса. На воде уже 3 стака. Сэдли, прожми срез, купили менее, отбежали вправо-влево. Китикет, там босса, смотри, только не сдохни. Забери на себя. Так, отбежали. Сейчас будет колба. Некис, давай диван на Войда, звездочка. Все, Войд, забери. У Сэдли 3 стака. Все, китикет не таунти, сейчас добьем. Отбежали от босса, сейчас будут колбы. Отбежали от пельменей. Лужи смотрим внимательно, лужи, бегайте от лужи. Ого, 3 стака уже. Все, добивайте уже. Убили. Ой, хорошо, смотрота, ебать. Фух, это было сложно. Без роста убили. Олег, это 2 минуты. Все, давайте идем дальше. Ханты, включайте скорость. Покоритель. Сука, ко мне сейчас пришел. Я, блядь, а я в наушниках, я даже, блядь, не повернулся, не сказал ему привет толком. Сука. Это печально. Да, это печально. Фух. Фу, все, самое сложное позади. В тот раз, по-моему, Вальку еще захилили раза с третьего, что ли, или с четвертого. Да. Не, Синдран баф легкая. Так надо правильно усилить. Ладно, смотрите. Типа новая тактика, значит, на профи будет. Просто на РДД перед зеленым слизнем всегда за кружочками идут. Как на этом, на Везексе с меткой. Когда все четко будет. Прилогнись быстро.
Дайте баф по шаману. Каску, кулак. Все, Макгрегор, ты отошел, да? Слушай, я тут хуйня произошла. Я, оказывается, осколки могу собирать, по идее. То есть никого нет на осколке. И вот, я бы хотел сейчас собрать их. Ты проебал уже сколько? 4 осколка. Ну, один точно тут есть. Дайте мастер-спел, пожалуйста. А я думал, Морден такая... Раньше тебе не пришла в голову эта идея? Так я смотрел, Морден был в рейде, типа он собирает, я не следил за этими. Вообще в рейд без шейма попасть. Надо бы еще попробовать забрать. Может, тухло еще есть там. Слушай, мне лагер токен лежит как бы. Ну забирай, я накину 300 кп еще тебе. Нет, это мне не нужно. Ну забери осколок и забери хвакерить, и только скажи, что ты его не забирал. Хорошо. Потом зайду проверю. Стойте, не агрите трэш. Надо по контролю людей сейчас нормально. Так, Джубанга, давай звездочку контроля. Джелис, кружок. Может привести пару-тройку мобов? Трусы. Трусы. Что ты говоришь? Может провести пару-тройку мобов красиво? Не надо. Трусы, Джерион, Альпич, Череп, Дуду Дипка, Крест. А я... Я не могу забрать токен. О, ну все, значит, без токена. Пошли по контролю. А ты ответственный за добычу на тебе, Олег, а не на нем. Так я уже переставил. Так ты я потом обратно на себя поставил. Сейчас можешь забрать? Сейчас, смотрю. Я забрал. Сейчас еще раз заберу обычки. Может надо кому? Да никому не надо уже. Собирает. Так, я потяну. Че за фигня? У него имен какой-то. Так, звезда. Забыла за контроль. Давайте звезду играем. Надо было обновить ей контроль. Остальных. Так, давайте просто тактику по контролям. Так, тут у типка звездочка. Альпич кружок. Мы будем бить командира. Берег. За контроль лейтенанта. Пошли контролить. Так, давайте кружок и череп. Кольцо льда. Старожила, прожми кольцо льда и отойди от трэша. Ниф небес дайте. Дай плюс этот лук, а этот... Не, я занят сейчас. Понял. Бейте звездочку. Это тактики. Опять два тактика живых рейде. Переподкидывает. Что ты говоришь, что тебе дать там? Лусера, лусера. Я тут решил пройтись по трупам. Давай сюда быстрее, нужен танк. Да, тут два танка вбегаются, ты за лутом решил сбегать. Извините, мальчики. Осколочки пособирать. Ой, сейчас умрет.
Так, поднимите людей. Помогите. Дайте поп мой. Так, Макгрегор. А, тут еще три моба. Бьем звездочку, троллим. Ток. Поднимите пока людей, пожалуйста. Я рисую. Давайте все в кружок. Да, уже кружок не за контролем. Играйте в кружок. Вот, я спасу тебя. Так, первый босс это Волонар. На нем дается рост. На первом вихре Сакру кидает Айоши, на втором Сэдли. Максимальная дистанция друг от друга 12 метров. Кинетико отличает все ханты и все присты. Че, меня не слышно? Че, Ралли? Слышно, слышно. А, да это я в гостиной сидел. Так, кушайте рыбу. Макгрегор танчит Талдерама, Войт этого... Давайте рыбав эти рейд. Так. Давайте токен просто паролы бесплатно. Рейд давай. Бычка токен. Нет, ты. Пояс бесплатно. Бисовый на эрдру. Ладно. Тут больше такого ценного ничего нет. Шлем надо кому-то бесплатно. Ты... Какое плечо? А, танковское. Вот это. Давай. Давайте еще кольцо с гниломорда паролем. Давайте отдам кольцо. Я, наверное, его просто не забирал. Или забирал. Манелтер, ты куда? Так. Сейчас чек на пол, подождите. Потом Олег после босса дает. Нет. Нет. Так, вот подавайте еще вот это по акции, по роллу. Кому надо, вот серьезно, это кто это будет носить? Я буду носить ППГР, медведин. Все, раздал вещи. Китикет готов. На Войда, на пуль. Так, все, погнали. Занимайте позицию 12 метров. Первый Волонар. Я отходил. Ну, 3 секунды пройдет, дадите рост. Дистанцию максимально набираем. Здесь можно вайпнуться, если вы не будете соблюдать тактику. Манга, отойди правее. Мерлин, правее отойди. Еще дальше отойдите, откинь это оттуда. У вас куча мест. Так, вихрь, разбежались. Давай, Сакру, Айоши. Все, Лея, не двигайтесь. Здесь пока вас захилят. Кинетика падает у стены. Так, Сэдли, по команде дашь Сакру. Все, на Келе. Мерлин, зайди за кинетикой. Остальные бьем Келя. Бля, я, короче, не успел ее подбить. Тупо промахнулся. Ладно. Кинетика в центре.
Так, в Альфонсо Хильте. Че его пробило? Хватит. Талдерама играем. РДД подальше от босса встали. Вот на мне шарик, я побежал. Вроде удачно. Кинетика возле ворот падает. Вихрь возле Эрдру, вот возле пьедестала, отбегайте. Можешь откидывать, ё-моё. Кинетику поднимите. Далеко не могу поднять. Кавказ. Угу. Так, вихрь возле Талдрама Мелизона. Кинетика падает у ворот. Все, Валанар. А давайте оббежим эти вихри. Альпич, не двигайся. Встаньте на рейндж. Цель, Сакра КД? Нет. Давай, Сакру. Я дал. Классно, пацаны, разбегаетесь. Минус 4. Да, зависло все. Так. Ну, час зависло. Зависло. Дистанцию набрали все. Блять, кинетика падает. Сейчас будет еще один вихрь. У меня гимн на КД. Отбежали. Фух. Я не хочу, чтобы из-за лагов мы упали. Келя бейте. Добили уже. Давайте в Талдораму 2 ляма осталось. Понты. Вихрь в центре. Менелтер улетает. Оп. Улетел. Классно, отбегаем. Сходу минус 6 было. Минус 7, по-моему. Если бы это было на первом боссе, то это был бы вайп. Кушайте рыбу. Так, оставайся в танке, Грегор. Ралли, Ройл, вставайте. Поднялись, забафались, пошли дальше. Контролить. А, да, забыл разролить вещи. Ты голова кожаная, кисти. Так, вот вам ассисты, короче, кидайте метки, говорите, полу контроль, я пойду разрулю вещи. У вас сам на особе ассисты, например, есть. А где этот босс? Прямо. Бежишь, прямо лежит. Что за дерьмо? А, все, вижу. Блядь, просто привык, что Валанар и Талдрама в одной точке танчат. Куда ты, Макгрегор, опять побежал? Давайте Минилтор звезду. Дуду типка, трусы. Кидайте. Дайте кулак, пошмар. Mm-hmm.
Так, перчатки бисовые на лице кому-то надо? Не, не, не. Ой, какое лице говорю. Есть. Перчатки носишь на этом лице? Или грудь? Не помню. Уже. Перчатки, перчатки эти. Я Олега спросила. Я не знаю, я не помню. Просто это на хули представить. Нужно чередовать или грудь брать, или перч. Так, на лане будет две взлетки. Надо распределить сакры, мастер аур и божественный бит. Кулак шаман. Сейчас. Ты, конечно, опасный. Давайте, гнев небес и кольцо льда. Торжило, давай кольцо льда и отбегай потом. Так, Айоши, ставь мастер аур от тьмы. У тебя есть мастер аур? Да. Хорошо, прыгнешь на первой взлетке мастер аур и саку. Тогда кастал поставим. Ты там Найкист или фрешблот можно. На второй взлетке Седли прожмешь сакру, а Нейкист поставишь магию тьмы и прожмешь мастер ау. Что? Олег, пусть Нейкист и фрешблуд, ну, распределят мастер ау. Зачем Айош еще двигаться? Ну это, блин, не знаю. Это одна секунда. Давай, ну, ауру переключить, да, но все равно. Пусть ретрики эти занимаются, все равно взлетка они ничего не делают. Кушайте рыбу. Да. Давайте, Нейкист, ставь мастер ауру от тьмы. Будешь первым давать мастер ауру на первой взлетке. Фрешблуд второй. А я еще первую сакру, Седли вторую. Гимн на хп там по команде. Давай, Дудутипка, Менелтер и Джубанга, дадите гимн на отхил на первой взлетке. Давайте лапу, чек на пол, горн давайте. Кулак пошел. Хилы в центре стоят, РДД сбоку. Здесь надо дистанцию хорошую набирать, чтобы мы не падали. Паладины готовы? Нейкист, фрешблот. Интеллект дайте. Дали интеллект? Дали. Нейкист готов? После укуса включу это гамму. Так, макрос на пол пошел. А нет, это не тот чек. Не надо чек, макрос просто на пуле. Дистанцию максимально набрали. Так, я кину антифир на цель с тенями перед взлеткой. Уминатор попросил напулить. Так, Лень, Альпич, Релл, сбегайтесь.
Джубанг, отойди чуть левее. Масап, метка. Частицу на Седли повесил? Конечно. Крит на хп дайте. Два вара. Крит на хп. Есть. Сторожила, Джелис, Китикэт, давайте быстрее сбегаемся. Так, Халисласи, метка. Кожу дубовую. Ну, кусишь тогда Ройл, да потом. Нет, ты ту типку укусишь. Сторожила, Некис, Макгрегор, метки. Сбегайтесь. Джелис, метка. Так, я Ралли укушу. Череп поставлю. Ралик. Ко мне подбежишь, к певчему. Мерлин, Киткет, Мизантроп, сбегайтесь. Сейчас будет еще тени. Рашблад, бабл есть? Все, тогда не надо давать. Ройл к звезде подойди, я тебя укушу. В смысле? Так я уже здесь. Все, я понял. Дистанцию все набрали. Давайте гимн отфил. Джубанга пой, там, дутипка. Ждите пока. Сейчас будет... Давайте опять на дистанцию. Дистанцию набрали. Сейчас будут стрелы. Нелтер, Мизантроп, Ралли. Джелис, метка. Так, кусаем Ройлда, звезда, Некиста, Фрешблада, круг. Я Ройл был. Крест, круг, крест. Предположил, укушу. Сбегайтесь пактом, Фрешблад, повороте, Гутербол. Давайте рост. Фрешбал, метка. Все, дистанцию не забываем. Еще вторая взлетка будет. Следите внимательно. Все будет еще... Сейчас. Будет еще один укус. Передача укуса. Надо всех укусить, а то мы вайпнемся. Альфонс, метка. Антифир, КД. Джубанга, вас хилов кусайте. Так, Седли, сейчас прожмешь сакру. Давай сакру. Макси, подыми, Мерлин, давайте все гимн отхил. Сейчас будет передача укуса. Китикета укушу. Блин, стой. Кусайте людей. Хорош. Масап, метка, отбегайте. Пою гимном ману. Все, добивайте так. Давайте по роллу. Блять, смотрю 88, думаю, я кил, думаю, блять, красавец. Так, не фкшите здесь, пожалуйста, здесь куча трэша, надо убить.
Только не отлить, ману отбить надо. Аспектность. Так, теперь надо подумать, кто хулипала есть в рейде? Могу за хила зайти все равно, когда я буду вешаться. Ой, за друида хила. Сейчас посмотрим. И завтра соберешь рейд ЦЛК, Джерем, попало. Зайдешь лучше на Рестер Шамана. Кушайте рыбу, давайте фулбов по рейду. Так, это я зайду. Трися зайдет. Трися, ты здесь на хила, Вальку отхилить? Раз, два, три. Не надо на ребро. Я им все равно когда буду вешать. Нет, тут не так мало дамагеров останется. Все, танки. Сейчас чек на пул. Танки готовы. Пилы готовы, погнали. Прихила есть. Давайте. Кресты и сушением по звезде. Так и звезду бьем. Так, РДД будет бить звезду. Миленький кружок. Разобрали мобов. Смотрите, кружок может тпшнуться в рейд и будет ауешить там, так что отбегаем. Прожимайте все свои обилки, как будто это босс. Больше дамаги нанесете. Бой долгий. Все, милики отбежали от кружочка. А, блин, я неправильно вам сказал. РТД бейте кружок, а не звездочку. Кстати, я из-за лагов не могу захилить, короче. Да, зависло все. Прожми сакру еще. Жесть, походу мы сейчас упали. Ёбаный брат. Ну вставайте, летите там, что такое. Подожди, все живы, кроме двоих. Как это фантастика просто. Давайте в звездочку и сушение. Милики, бейте звезду. Фартануло просто. Ух. Так, милики, сейчас не подходим к полководцам, кидаю метку. Макгрегор, тянешь эту метку, остальные танки танчат трэш. Добро. Побеждаем. Блять, кто-то сагрил, короче. Тяни звезду, короче, Макгрегор, остальные танки трэш, хватайте. Все в звездочку играем. РТД отошли от звезды. Потом кину метку, притянешь ее. Тяни кружок. Бейте кружок, милики. Кресты, бейте кружок. Убили кружок, милики, бейте остальные трэш. Все в звезду играем. Следующий полководец. Тогда можешь на Вальку тоже в танке подать? Не, в ТД можно. Так, это получается сколько? 4, 5, 6, 7, 8. А Нейкис, у тебя есть хулипал? 6 хилов на Вальке. Чемпионы серебряные.
Три Рестер Шамана, три Холи Пала. Вон Джбанга, спекайся, тоже будешь летать. Прожали здесь, полностью бейте босса. Дотайте сзади мобов. Не поднимайтесь только наверх, это что-то 25 оп запустился босс. Ухо. Держи РЛ, а я зайду на шамана. Можно заходить на поводе? Да, заходи. Здесь да, спитесь. Я захожу. Поставьте сразу шкаф. Сейчас погружусь, все, можете меня суманить. Кушайте рыбу. Лапу на реку по поводинке. МК, если кому-то не падает. Так. Пожалуйста, диспельте с хилов замедление, когда они в порталы заходят. Так, Макси, Джелис на рейде, остальные хилят Вальку. За звездочку летаем. Ауру коня там поставите еще. Чек на пул. Так, все готовы. Все, можно начинать. Так, танки погнали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Уж кости и прах для воскрешения. Мои раны.
Давайте порталы занимаем. Я буду справа. Давайте залетаем. Да, тут нас очень много. Пошли за звездой. Да, на встречу нам не собирайте, алло. Спасибо, пацаны. Далеко я звезду ставлю? 400, ладно. Звезда слетела. Нет. Звезду летим. Так, открытие порталов, блять. Я вообще завтыкал. Я, короче, не вижу порталов. Нету порталов. Через морду в жопе. Я не могу его выделить, короче. Первого. Конченые порталы. Не, мы так не захилим, если будем собирать. Да не, мы захилим, то мы просто сейчас не зашел. Но я это, скорее всего, потеряюсь так. Залейте инер звездочки. Так, слева 4 портала вижу. Ренант, иди к другу. Там... Ты, конечно, прикольно, ты последний прибежал к нему. Да нет, ты слепой просто. Давайте звездочку. Пошли. Макси, подымешь дедутивку? Подиспать я звездочку за неделю. Я потерял стаки. Джерри зато не потерял, нормально. Давайте рост. Дуду типа, выделяй вальку, пойди на отхил. Мы быстро захилили. Так, все идем на следующий квартал. Погнали. Лич. Так, кому надо? Бисовый латный пояс на курику. На офф. Ты на офф рулишь? На мейн. Кольцо бисовое на милика. Я могу отойти на трэш? Да, откуда? Мне надо отойти, Олег. Олег. Лики. Что? Нужно осколки будет проверить? Или тут подсылаться? Там не было осколка. Не-не-не, я про тех пацанов. Они уже исчезли. Пропали. Ну, их можно дать на 2 минуты? Отходите на... Отходи на 2 минуты. Я синдромную тревогу начитал. На синдром не хилейте, Гутербол. Да синдри подамажь пока. На синдри спикнешься. Заходи сейчас, мы еще не запустили. Поставьте шкаф, суманите людей.
Мы полгода будем пить, если все, весь рэк отойдет. Так, мы на утро с... Ралли. Альпич, ты тут? Так, погнали, короче, запускать. Дайте каску по-быстрому, пожалуйста. Китикет, тяни мобов. Если можешь. Да, вести. Если что, я поставлю этот маков. Лагает, да? Нет. Лагает, лагает. Слушай, это не первый раз, когда большое скопление мобов и лагает. И это не из-за графики, да? Да, сервер. То есть ты хочешь сказать, что если мы собираем тут пак из 30 мобов, начинает лагать? Или это совпадение в третий раз уже? Я думаю, совпадение какое-то. Уже третий раз так. В кораблях, где было сколько там? 25 мобов. И здесь тоже. И где еще лагало? А, перед Вальком. Альпич, не заходи в инст. Да я специально за инстом вышел, чтобы ивент запускался. Скажите, когда кончится. Это ВК тишина, либо я лагаю? Не-не, тишина, мы молчим, не говорим ни слова. Не сдаем ни звука. Ну что, там ивент закончился? Да, заходи. Thank you.
Антон, сиди качай лужу. Что за лужа? Как называется этот скилл или как он ведет? Оскорбление. Не было диска. Thank you.